20 октября на базе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ стартовала Всероссийская конференция «Актуальные проблемы современной генетики», посвященная 40-летию кафедры генетики КФУ. На конференции планируется ознакомление с последними достижениями фундаментальных и прикладных исследований в области генетики по наиболее важным направлениям. Медицинская генетика, генотерапия, генодиагностика, генетика растений, микроорганизмов, геногеография и другое. Участники конференции выступили с различными докладами. Как генетика может на сегодняшний день помочь в решении конкретных медицинских проблем. Институт фундаментальной медицины и биологии как раз и есть тот небольшой камешек, да, который закладывается в это весьма перспективное направление. В ближайшие дни планируются секционные заседания с участием преподавателей КФУ и ведущих специалистов в области медицины. Конференция пройдет до 22 октября. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.